Эта многодетная мать на господдержку может не рассчитывать. Все потому, что птицам деньги не положены. К счастью, нашелся неравнодушный химчанин, который не только спас ее потомство, но и помог расширить жилищные условия. Обильные осадки в Химках доставили много проблем не только людям, но и животным. Эти утята в парке Дубки всего несколько дней назад были на волосок от гибели. До того, как начались ливни, только что вылупившиеся птенцы коротали время на небольшом фонтане в центре пруда. Но потом вода поднялась почти на 1,5 метра, и металлические конструкции полностью скрылись. У мамы утки хватило сил взлететь на бортик, а вот детенышам приходилось безостановочно работать лапками, чтобы удержаться на плаву. Борьбу за жизнь заметили прохожие и кинули клич в городской чат. Соседи, может, у кого-то есть деревянный ящик-домик? В парке Дубки возле детской площадки утка вывела утят. Было 5, теперь уже 4, но и они могут погибнуть. На просьбу откликнулся Андрей Басов. Узнав о случившемся, сразу принялся за работу. В прошлом столяр долгое время изготавливал деревянные конструкции, поэтому стройматериалы дома нашлись. Кусок пенопласта, остатки от стройки, фанера, сайдинг, ну и там куски кровли. Минут там за 20 быстренько, имея опыт работы с древесиной. Пост разместили около 10 утра, а уже в час дня Андрей вместе с готовым домиком был на месте. Мужчина говорит, ему не привыкать к оперативности. Нынешняя работа обязывает. Я как бы работаю еще плюс на скорой помощи, вот, и стараюсь сделать все оперативно. То есть в обычное время вы спасаете жизни людей, да. А здесь спасаете жизнь утят. А здесь спасают жизнь утят, да. Андрей Басов с пернатыми на «ты». Дома у него живет гусь и 2 индоутки, поэтому прекрасно понимает повадки и особенности жизни птиц. Маленькие утята, они, получается, сейчас не оперились, они в пухе, да, получается, в пуху. И им грозит то, что если они постоянно на воде, они намокают, из-за этого погибают, тонут просто-напросто. Им надо где-то посидеть, обсохнуть, отдохнуть. Свежепостроенный дом прочен и легко держится на воде, благодаря пенопласту. Теперь утиное семейство проводит дни на пруду с комфортом и без риска для жизни. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.